Ռուսաստան բդախո Սաթոլուշոն։ Թոլստոյի Միլլի Տելևիզիա դեշմամին է մոնադայ։ Թոլստոյի Փայտախ Լանկոնադա դեհանգոմի վախտի սաթ հաֆտը։ Միաբյոնյան հովոն։ Բայց համար ռեդակցիա ուղմա Փարսոն դլադա անիմինա վրոն գլայնի գաթեդա մազ ըմփարս։ Մասալաբմադակի իգլաչամա բարմալա դշմենոն յանե ուզոր բյոջոնի թրքոնն է։ Համանչամա դուստոն չամա իդեյա հանֆիկիրոնյան մտաֆիղոն հականա հաթո չամա քալիթոլշոնան Փարսիդան չամաքու բհախադա։ Բվախտի չամա բարմալա դշմենա թրքոն մոթիվ գրդ մալում է բամա։ Ավոնի մինանուբադա աշտան փեդաշոն է բովա բքան, չայյան բովաման բքան դնյու համայքի հիչ մասա թոլշոն հիչ ուրզուվոնիա բարդեդանին ոզոդի, ուզոր բոյջոնո ջոբեյան աշտա սաբասոժա դովլա թոլստոնի սողթե հախադա։ Մավոտ բան դաստա թոլշ աշտան աշտա խալղի նոմո պեսողթե դա ամոնի, ճար կաշեդա բա դնյոքի թոլշոն մախսա դշտա սաբասոժա դովլատի սողթե է։ Համան ավոն շավ ռուժի դոքարդիդանքի ըմ թոլշոնան աշտա սխանի ոթեդանին։ Ավոն բա ուզորբայջանի իրան թրքոն դշմենա քալի ջո խարի ջո դովլաթոն, իմինան ու բադա Էրմանիստոնի, Ռուսիայան իրոնի դաստադա գլա գուլմաչան։ Բաչավոն ժա հավո ռախս քարդեդան։ Վազյատ գրդ վարսաղ է բեդա բավադակի թրքուն դամանդեդան բո իդո կարդեքի մավոտվան թոլուշոն ոզոր բոյջոնիկու ջո կարդերո հիչ կլասաբաբնի, չում չկո ամա համայ բյամոն, մսլմոնի մոն, շիամոն, բչանդա սա սորոն դլադա ամա գլա ոհիտ խալղ բամոն, էյնի մադանիաթմոն, յան ժիմոնի օբրազմոն հստե, էյնի գաթեգրի նոմրոն յան սարվաթոնմոն հստին։ Ինտասի չամա դշմենոն հախադա իյո բովեի գապշա էհտիոջ վինդեդանի։ Չում չկո չավոն մախսատ մալում է։ Աման բանա ռուժարուշնա մալում է կի չավոն էդաո օմե չամա դաստադա գլա հնջ է գլայան կնջ։ Ամանի շոգ հարդա մասալամ է կի բշ ճապադա չամա բարդա մբորիզա օվանդոն էսա մալում էին բա համակասի։ Ամրուժնա ռուժադա ամա գրդ դե բովա բազնեմոն տազդղ կարդեքի թրքոն կարդա ամալոնիան ոտասխանոն գլա պուչա վիզին բամա։ Գլա մուչակի վիզան բովեինա թոլշոն։
Чем чего аксар толешон, хич бова кардеданим бавон. Хала аврашчиче, хар сафа авон ботолешон озоди руфи экште, авони озоди ро опертеньеро, эште информасиян идеологим боризада глатхожа калак песохтеада, чама варда даставузон ян далилон чаши окавикада ба хич пуч бекардедан авони. Демян пашимон кардедан тыркон. Жигона Азербайджани Камсара Хукмат пулон харч кардеда, амма хар сафа ба сифри баробар беда. Авон мандедан суте-суте. Аве азвотедам ки бджапада чамани моне камада веяда гла гона проблем. Чум чко толуши сабасожа довлати сохте, чама халгиштани нгодоян озавзие иглалия таминот ба сабасожа толустани довлати барпо карде, нам бвотом аксар толушон тарафо, авон бахахада бармала бвотон ян бвотонан чок габул беда. Чама халги вейна пуаеса чок-чоки фамеда ки чама джо ромонни игла ромонышта сабасожа довлати сохтее. Худуна карда де джо рой бушомон, хежо бамандимон Азербайджани тарки бада. Бабада туркон мав ба карден чама халги, ав ни бабе замини димон. Маху маджахат аман аме ки, бокуяда хам хукмат, хаман туркон иштан ами чок сараседан. Ин таси хич халат карде занеданин, чавон дасто хич чи омеданин. Амма де хайфи ки, ама амса ханон хала гави пури ян де бова воте занеданимон, чама халги дустон ян матафигон хахада. Чама милли озоди джангада чавон гаймат ян ахамияти хахада, бо дроз-дрози габжайро, жиго фикир кардедам ки эхтиёҷ Чум чуко и хазон афсанаве семина сори тела таҷруба нишоштуда ки маз жаго дустон ян матафиғон набе охон натиҷада сабаб бе бачама вист мина асрада сохта дмина толуши республика мағлубияти. Аве чама харужна карда кон ан воҷиба самтонглайни мазаве ки чама неза хамсион яне Азербайҷони довлати ян чутур кон зилмижияда зиллат каша лазгион аварон татон ян ҷо бинайна халғон дастак бидан ба чама барда милли озоди ҷанги. Ин таси ама лаб сафтаку тика ян геша форматада номоне васибашта навада. Русия заминонада ама ашта милли озоди ҷанги санибатон оҷон варда рожику байонамон карде ба чама ҳама ҳамсиён ки. Ама ҳамаи бапе ба нам мархути и бабамон воҳид гила ҷабҳада ки ғалиб баамон ба Азербайҷонӣ. Ҳаман ама ҳич ниён накардамоне ки маз ком халғон назарда гатедамон. Ама элон кардамоне ба ҳама дунё ки имина нубада де зубазу ба Азербайҷонӣ таркиб дануаба эса де мав бе димбади мандалазгиён аварон татон ян ҷо бинайна халғон и баанинин де толушон. Деминнани маълум масъалае ки ишта сабасожади чанда сорон ба нав эълон карда. Амма то саиса де Азербайҷонӣ перманента ҷанги вазъиятада ба арсахӣ, ҳаман Эрманистони ян чо дунё ҳар варада жия Эрманиён чама ан ёла дуст ян матафиқ ба анинин. Наҳоят чама региони дигла наҳанга довлат, Русия ян Ирон чама матафиқин. Своюми чама вада манда ан воҷиба вазифон глайни талаб кардеда бе ки, ама ба бейнархалх савия рост бкамон толуши масала. Ча юан жиго бкамон ки, бда ёла довлатон ян нфузина бейнархалх сохте монон дус ян матафиқ бмунде яма. Баврада дысе калимада вотем пьеда эс Азербайджани республика таркибада жия калибум я халгон, лазгион, аварон, татон ян джо халгон хахада. Чанда сорон дрози деявон миж огате ба пешта, амруш дрызд базнемон воте ки чама вея дустамон хасте ча халгон хар глайни дилада. Амиян бвотам ки хазу-хазу лазги авар ян тат амруш фахр кардеда де толушон. Бармала вотедан ки чама халгон умуян ба толушоне. Яне демиян вотем пьеда ки ча халгон ичтимои рай чама тарафада, а халгон иштан деяма. Амма де хайфи ки амса ханон аз азни воте ча халгон эсатна лидерон. Тика андрыз бвотом де джур ба джура роштани ча халгон лидер элон карда шахсон ян ичтимои ташкилотон хахада. Тафсилоти воте фикаданим.
игла ми бботам ки майян гла мархала да ама гард бованд бимон ки ама ро аз нимоше де хамон шахсон кърт ханян чатин ба са омам чама де чама джо гла хамсия халгияне де арцахи ерманистоян дню джо мамлекатона да жия ерманион психологи фаяда ама сараседа мон чмасала анна кафт бе сабаби именно не ба назар бстанамон ки халла бнезони чама толушон де туркон иджо бармала джан карде да бин де арцахи ерманион авеч ко лапсов тада толушон бана туркон бармала душмен бин ерманион чашада вейна ерманион боваманд бин ки толушон чатин да гиш бкан ба ерманион штам носибати дуст ба бенде явон ин таси чанна чочинан бобо чама ко хаммайса гона тараф маз амна бе чайсан чатин дмина амил бе дминани арцахи ерманион тоса малу мархала гырд боваманд бин ки авон хани расан башта максади элонушон кардашта саба сужадовлад эса манда игла ако ки бейналхах аламада бзнан чавон довлати ами ишта дастада даставуз карда ерманион жиго фикир карда дабин ки жиго гла шариотада че эйтио честе ки авон дам бвганден ба Азербайджани длакон яне дастак бдан ба толушон я джо бнайна халгон чавон барда милли озоди джангада хафтуги барданина масалае ки тоса эса арцахи ерманистони ян дню ерманион майян глапуа халан бфикирада охояда амиян бвотам ки ермани экспертон ян сиосаткорон вейни соф софа бова кардедан бин ба толуши милли озоди джанги ованди ве ява фикада бин чхаракути аянда масалада чавон чанна длан бсуто бо чама халги демиян жиго бова кардедан бин ки ама анна банав базнемоше иштам боризада аксина чавон вейни бана чама хамсия тркон фикир кардеда бин авонан идо кардеда бин ки толушон вей вахте озербойджаниш бан аве толушон харакут толуши харакути авони ба сабасужати идея гырдо сафарбар карде джахдон хич аяндашон ни яне чама харакут мағлуб бабе امروز از ده سبارزی بازنه بوده که ده ارمانیون الوغدوچ پروبلمون وینیمون اما ده اواندی سبارو کاردهانی. امروز نادیر ارمانی اکسپرت یعنی سیاستکار بازنه بابه که او شک بیا. ایمیننانی با تولوشی مسلا های مغفغزی گیو سیاستی سنگینا آمیل به دمینانی با تولوشی ملی ازودی جنگی چما خلقی اشتانی شعوری فایا روست کرده یعن چما حرکتی اساس ایدیا یعنی سبا سوژه تولستانی ایلون کرده ایدیا گردو سفربار کرده ساحده با داست وارده ریال اواندو سمینانی دنیا دا جیا ارمانیون یولا اکثریت هنی دشمن زندانی تولوشون باشتا اکسینا چاون وینی دوست یعن متفیق زنده تولوشون چومینانی ارمانیون ده فتخشی فامدن که ارزاخی سبا سوژتی ایلون کرده چوون نوادن مانده نهانگی وزیفه انجاخ ایپوهایه. چانه که ازربایجان نومده گلا پیسوخت دولت استه اشتا مبوریزه بسا راسه فکری هیچ باشتا آغلن ابنی وارده. کم ارمانی جاگو حساب کرده ده بو اوشتانشتانی با دست دانو ده. او سرسیدنی که انجاخ ارسخی رواده شه مبوریزه نه. همان سباسو جدی جنگ حالا باسا رسانی. یعنی ده خاولو خاولو ووته گاو شین بدانی. مبوریزه گونی حالا نواده. امیان بووتم که ارمانیون نوکونه نظرون ده گیش بیاده گردشی نقطه دوارده سوری اپریلا ده با توجه جنگ به. باوده ارمانیون ای کران اوسام من که تولوشون فاکتیک صورته ده نبین با جنگ ده. گیرم حتی قبول بکمون که ازربایجانی حکمتی زنه زنه وغانداش نبه با ناوی جبهه اما امی جنس بود کردشه که حکمت ترسیده که تولوشون همه یو او باوشتن با ارمانیون طرف. قبول کرده لازمه که چما ملی تلویزیا خیلی خدمتش به ام حقیقتی با ارمانیونیان جامی دنیو روست نیاده. گلین مسئله اشتا یوده دوگاتن که ام ده طرف پروسسه.
Яне иглаерман ён душмен занедан не бин толушон. Хаман чама толушон вейни ба вахти душмен занеда бин ерман ён. Аве чама вазифа хаман жигобе ки сарос намон шта халхи ки ба ма лозимни душмен ба ба мон де ерман ён. Аксина, ама бапе ба джами дынё сабуд ба камон ки чама хам сия халхон хич глайни душмен ни ба ма. Аманан душмен занеда ни мон авони. Ерман ёнан хежо жаго. Гіна мама шта халғи озод карде фикадамон бу, бабада йодо бекарда нинимон шта дешменати, башта гі гата нинимон ки, Озербайджани дешменеш карда амаде ерманіон. Шик бу бахадо ки, амружна ружі чама толушон вейніян хані дешмен занеданін ерманіон, аксіна дустіян мтафіг занедан авоні бама. Аман чама харакоті карда ан йола кон глайніє. Шик бубу бахадо ки амруш чама халк чок занеда шта дустиян, мтафиғиян, шта дешменіян. Демия жигу ама сара седамон ки хала райе чама де ерманіон асыл дуст бе иддо карде. Чама де явон асыл мтафиғ бе хахада дамжа. Чум чко гла хагигати сара сеян хамон масала реал жимонада шта акси пайдо карде де гла фарғина масалан. Чуд дигла масала арада хайли масофа хасте. Ам дигла халг даварданине хамон масофа. Чуми гла сабабанаве ки кали ерманіон тосайса хамрагин парседан чамаку. Толушон хозын бо сабасож бе. Чанда толуши пьедаши озод бу Озербайджани ку ян туркон ку. Хежо июан бувотам ки кали ерманіон жигу фикирада бе. Чавон жаго парсондо гла сабабан кали мион нангра толуша лидеронин. Чум чуко авон хар гамада жар кашедан ба алами ки, ма водбан чама халг хала хозы ни боузод бе. Чама рушин фикон дастаг доданин ба сабасужати идеяян джо джафан гиотон. Жалавонон демян беваджа тасир кардидан хамман ба чама кали толушон. Да гиж не дан авони. Имкон доданин ки толушон хамма яво сафарбар бубун. Сабасужати толустони идея гирдо. Ама чанда кара вот хамоне бахахада. Амруж ио и каран байон кардедамон ки толушон бо озод бе хозе бе не бахахада. Бама дуа ба ам парс асыл хагатада. Ритори гла парсе. Чай нише мантыги мано. Бағада харза-харза габжакасон хич глайни гырд хабашу ни кафта социал сиоси процессон. Сиоси мубориза ғанунон ян джо масалон хахада назариз найон ку. Халам бнамон баканон. Авон ниман джул хакана хич чиз неданин джо-джо халхон барда милли озоди джанги бейнархах таджруба ку. Сыхани кырти халғи бо озоди хозыбе янны бе хахада габжа базнен анжах куча сануада нава дилетантон ян чама халғи дышмена ғывон нионина тасири джасусон. Анжах жалавона одамон штаса дафырсынедан башта бука даныша выра. Чым гирамион? Чанда кара чы экрано вотаме башма ки, ичтимой сиоси ходисониан процессон деянда мугоиса карде, чавон арада аналогия пайдо карде, веян али джаноба кони. Демиан жиго хаман а дилетантон чок-чоки сарасан вотайна, аз маджбурим ки чама жимоно а дигла намуна биян башма. Шума чок зенедашон ки гуш чанна ки биахонада малангуяти бабе. Гирам ама бвотомон чокна бозбаш бабе чаво. Чио беша натиджа аме ки ча гуждо чокна бозбаши ба дархал расе банде иминнани бай ки одамон вашишоне хардашон пьеда. Дминнани хорак патака сесте яне. Семиннани а одам хорак пате зене да яне. Анжах амони зене ба пешта ама базнемон воте ки бозбаш тамине яне. Чио чич малум беда ки? Ав малум беда ки ама хежо бапе ко бкамон дешта халғи. Сарос намон ай ки сабасужати иглаля таминоте бачама халғи манде ян боча озавзие.
Գինամ ժիգո քոբ կոմոն բավադահալ բաթա չամախալ խոզը բաբե։ Ավե ամա հեժով ոթեդամոնքի դրստ մայան կարդանինիմոն աշտա մախսադոնյան վազիվոն։ Չայոան ավոնի բրոսնամոն աշտա խալղի։ Շմա շոյդի շոնքի բչանդա սորոնդլադա ամա ժագուան քո կարդեդամոն։ Չամա կարդա քո նա թիջոնան չաշի վադան։ Ոխո հիչ վաղթի մջարրադա հարակոտ բեդանի, հար վաղթի, հար վրադա միլի ուզոդի ճանգ շեդա կոնքրետ գլա շարյոթադա։ Ամ ճանգ հար վաղթի կոնքրետ է, չում չկո ավ շեդա մալում գլա վրադա, գլա ռեգիոնադա, համան կոնքրետ բեյնալխաղ շարյոթադա։ Ավե ամա բապե դեշտան նազարի զնայոն զույյան բաշտամախսադի ռասայա կալի սաբաբոն հջուբաթո բաշտամախսադի նրասա ջո խալղոն միլի ուզոդի ճանգոն թաջրուբա սապե սողթանի նիմոն աշտա մախսադոնյան վազիվոն։ Ավ կի մանդե բաչամա բարդա միլի ուզոդի ճանգի սվոն նազարի զնայոն բամա լոզի մեկի ամա դրստ բզնամոն։ Կոմ տեկտոնիկ պրոսեսոն շետան Օզորբեջանի գրդուքանուադա, հայմի Ղավխազի ռեգիոնադա, նեզա շարգի ռեգիոնադա, չմի սապեյան ֆորմուլա բկամոն աշտա մախսադիյան վազիվոն։ Բաչամա քովրա դամեդա հարզաթի բկամոն, բեմանո բեմանո ջար բկաշամոն բադնյոքի հիչմասա չամա ռուշին ֆիքոն ժիգոպիադաշոն է, չբզնեմ հանի քոմ վարսաղեյոն բա զվոն բիամոն։ Ակսինա ամայանե թոլշոն ռուշին ֆիքոն, խսուսան չավոն դլադա չամա պիով ոթա մասալոն նղլ նղլի նազարի զնա շախսոն սբուտ կարդանինին բաչամա խաղգիքի, Ամերիկա վժա ֆիլոսոֆիան պեդագոգ, պրագմատիզմ ֆիլոսոֆի ջարայոնի նմոյոնդա Ջոն Դյունի ոթայնա, օզոդի բա մայան քոն կարդերո լոզին բա հակիմյատի սոյբե։ Ավե օզոդի թալապ կարդակասոն դեմյան հակիմյատ թալապ կարդերան։ Ամա բաշտա խալղի Ռոսնյանի նիմոն յոլա ֆրանսզա ֆիլսոֆ Ժան Ժակ Ռուսո սխանոնքի, անջախ աղոդան բավրա ռոսնեդա շտայրոդակի, կի մհթոջ նի բկոադա բա ջոք հասի դաստի, չէ յո մալում բետակի անգյոլա նեմատ հակիմյատնի ոզոդի է։ Ամա Սարոսնյանի նիմոն շտա խալգիքի, դե Ֆրիդրիխ Նիցշե սխանի բվոթոմ ոզոդի ավեքի մերդա ջանգթալաբայան ղաբիլյատինա ինստիկտոն հակիմ բունջո ինստիկտոն համասապե։ Ամա սողթանի նիմոն սաբասուժա Թոլստոնիքի յոլա Իտալիանա մտաֆիքիր յան դովլատի խոդիմ, չի Իտալիա իբեյադա խսուսի խդմատըշ բա Կամիլյո Կավուրի ոթայնա պեշը բսողթամոն շտախալղի։ Չում չկո չամա խալղ վեի վաղթեհանի չամադաստոշա, ավ մարդե մարդե ադա։ Ամա իզո կարդանի նիմոն բոշտախալղիքի յոլա ու ռուսա ֆիլսոֆ Նիկոլա Բերդիայի եվի ոթայնա, օզոդի բայ շար ղանդա դշմենոն ոթա դարաջադա սվկա քոնի, օզոդի վեի գոնա քոյ է, ամ գլա գոնա շալայ է։ Օդամի ժիմոնադա հարչի դավարդանին է օզոդի գու, օզոդի դավինակու։ Ամա դեշտա շախսի նմունա նիշո բդամոն բապե, բաշտա խալղիքի ֆրանսզան վշտ մոյնա Ժարմեն Ստալի ոթայնա, օզոդի չիջ բե անջախ աոդամոն զնեդանքի ավոն հոզն չայ ռուադա բո շտանի ֆիդոքարդե։ Դեմյան ժիգո հաթո բո հոլադա ամա ազն իմոն ոթե յա պարսեքի թոլոշոն հոզն յա հոզնին բո օզոդ բե։ Յո ժիգո գլա մասալան բանազար սալոզիմ է թոլստոն շտա դովլատնիքի ամա սոսիոլոժի պարսեմոն դավոն ամոն չավոն դլադա։ Հիչ նբո ումումի շիքիլադա ումութամոնքի չի չշպիեդա չամա խալղի։ Ոխ Օզորբեջանադա չամա նիմոն է ժագոգլա իմքոն։ Չավրա դովլատի բա թոլշոն մնոսի բա դբամա չոմո մալում է։ Ժիգոգլա վազյատադա չամա ումու մանդեդա անջախ բա չամա բարդա մշոհիդոն։ Չամա բախտի վարդաշե դե ինտերնետի բամիոն բեշե, չում չկո ավ իմքոն դոդա բամակի ու մութամոն ժիգո մասալոն, բզնամոն շտա խալղի նազարի հիչ նբո սոսյալ շաբակոն սավիադա։ Ամմակի պիեդաշ բու հաղեղատան բզնեքի թոլշոն հոզն բո ոզոդի յանե, ավ բապե չաշ բկա չամա միլի ոզոդի ճանգի օխոնա մարհալա։ Մաս բավադա չամա խալղի մայդոնոնադա ջամ կարդե լոզին բաբե։ Ոխո թասոդուֆի ոթեդանինքի
ozodishta iroda ba mionnoye ave azvotedam ki amaja gugla shariot soxtanini monki vada chama khalghi ishta iroda ba mionno imkonish bubu amma bomrujna ruji giram idoma bukom ishta piyovota analogia vada votaninim ki amma halaki amma cha gujdi ghazanada gle marhaladamo Ча гуждо пата бозбаш чокнабабе, ама ай иншалла базнемон чама сарзамини пойтахт ланконада. Сак штата ми бувотам ки, бале, чама халх хозе е озод бубу. Бада хич ки шакыш не бу бами. Саломат бамандан. Ома барномада габ бажем иншалла, бошма чама неза хамсия доблатон бама кома кардеру хозе беян не бехахада. Дия бакан ба чама барномон. Бұжы чама қоса толыша қалғы, бұжы сабас ұжа толыстон, бұжы толыстоны милли телевизия. Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о буддизме и о его распространении на территории Древнего Ирана. Вначале вкратце и доступно попытаемся изложить историю и основную догматику буддизма. Буддизм – вероучение, возникшее в Древней Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры, постепенно распространившись и оформившись в самых разных культурных средах, буддизм превратился в одну из мировых религий. Термин «буддизм» был фактически создан европейцами в XIX веке. Он указывает на титул основателя данного вероучения Гаутамы Будды, буквально «просветленного». Сами же буддисты называют свою религию «дхарма» – «учение» или «буддха-дхарма» – «учение Будды». Историко-культурный ареал распространения буддизма охватывает преимущественно народы, населяющие Азиатско-Тихоокеанский регион. Мировое распространение буддизм получил в XX веке благодаря расширению межкультурных связей, миграционным процессам и деятельности буддистских миссионеров. Основу научных знаний о возникновении буддизма и его первоначальном распространении образуют археологические и эпиграфические памятники III века до нашей эры, относящиеся к эпохе правления индийского императора Ашоки Маурии, который не только был буддистом, но и искусно применял буддистское учение в качестве инструмента для объединения северо-восточной, восточной и центральной Индии и для налаживания внешнеполитических связей. К примеру, на колонии, обнаруженной археологами в 1896 году близ непальской местности Руминдеи, содержится распоряжение императора освободить от налогообложения село Лумбини, родное село Гаутамы Будды, основоположника буддизма. Император Ашоки предписывал распространять проповеди Будды ради преодоления так называемых ложных воззрений. При этом он запрещал насильно обращать в буддизм или препятствовать отправлению небуддийских культов на территории империи. Обоснователи буддизма, царевичи Сиддхартхи Гаутами, как об исторической личности, как и о его ранних проповедях, надежных сведений не сохранилось. Летописные жанры в древней и ранней средневековой Индии отсутствовали. Годы жизни Будды и по сей день являются предметом научных изысканий и споров. В буддийской традиции летоисчисление производится от даты паринирваны, то есть завершения земного пути Шакьямуни, которая, по одной версии, может быть отнесена к 544 году до нашей эры. Хотя эта дата и признана ЮНЕСКО, но тем не менее считается условной. Первичный ареал распространения буддизма охватывал северо-восточную часть Индии. Учение, созданное Буддой Шакьямуни, кшатрием, представителем воинского семейного клана, соответствовало социально-политическим процессам той эпохи. Оно отрицало абсолютный авторитет ведического канона как в религиозной, так и в общественной сферах жизни и выдвигало принципиально новую, не связанную с ведической религией, концепцию власти. В буддизме, в отличие от ведической религии и вызревшей на ее основе идеологии брахманизма, существует институт прозелитизма, новообращение, основанный не на принципе родовой принадлежности, а на сознательном принятии учения. Это открывало возможность использования буддизма как государственной идеологии при строительстве полиэтнических империй. В истории культуры Индии общий кризис ведической религии выражался в частности и в появлении неортодоксальных аскетических движений – шраманов. Йога, как совокупность аскетических практик и философского дискурса, вызревшего на основе критики Упанишад, и были основными инструментами шраманского духовного поиска, в котором, как свидетельствуют канонические буддийские тексты, принял участие и принц Сиддхартха Гаутама, будущий Будда. Со временем Будда отказался от крайних форм аскетизма, признав этот путь тупиковым, чреватым замкнутостью и духовной гордыней, и создал новое учение о срединном пути, ведущем к обретению истинного знания о реальности.
В основу учения Гаутама положил собственный опыт Бодхи, превративший его в Будду, просветленного, одержавшего победу над страданием и готового протянуть руку помощи всем живым существам. Это учение предназначалось не для узкого круга избранных, оно было доступно каждому, кто пожелал бы вступить на срединный путь. Долгое время учение Будды существовало только в устной традиции. Затем образовалось 18 школ, сгруппировавших по двум направлениям – Махасангхика и Стхавиравада. Многие исследователи склонны видеть в них прообразы двух более поздних направлений буддизма – Махаяны – Великой Колесницы и Хинаяны – Малой Колесницы. Между школами раннего буддизма постоянно возникали разногласия. Для их разрешения созывались соборы в Раджагрихе, Вайшали и Паталипутре. Внутри школ осуществлялись отбор и систематизация распространяемых в устной форме текстов для определения их принадлежности Шакьямуни. Буддийский канон состоит из трех сводов текстов – Сутра Питака, Виная Питака и Абхидхарма Питака. Сутра Питака – собрание проповедей и бесед Будды. Виная Питака – свод религиозно-дисциплинарных правил, регламентирующих жизнедеятельность последователей Будды, дополненный джатаками – нравоучительными повествованиями о прошлых рождениях Будды. Абхидхарма Питака представляет собой собрание ранних философских трактатов, разъясняющих терминологию и доктринальные положения. Из текстов известно, что Будда не запрещал теоретические споры между своими последователями, поэтому ни одна из школ не считалась еретической с точки зрения буддизма. Религиозная доктрина буддистов отрицала ведический канон, но была связана с учением Упанишад через такие понятия, как сансара – круговорот рождений, нирвана – освобождение из круговорота рождений, дукха – страдания, карма – действие, имеющее своим следствием новое рождение в сансаре и характеристик этого рождения. Дхарма – то, чего надлежит придерживаться ради праведной жизни. Атман – вечное, неизменное, субстанциональное «я» и так далее. Совершая осознанные действия, соответствующие собственной дхарме, человек мог надеяться на счастливое новое рождение, например, в семье, обладавшей высоким варновым и имущественным статусом, или достичь сварги и апуварги, небес и освобождения. Последнее было доступно лишь мужчине, принадлежащему к привилегированным варнам и реализовавшему четыре стадии биографического цикла – ученичество, пребывание в статусе женатого домохозяина, ванапрастха – отшельничество и саньяса – аскетическое странствие. Основные положения буддизма изложены в сутре о повороте колеса Дхармы. Буддийская йога есть путь к покою, достигший его становится архатом. Архат – хранитель чистоты традиции и буддийской сандхи, и поэтому он волен и обладает психотехнической возможностью продлить свои дни, если нет достойного преемника, или же завершить существование, подготовив себе замену. Принципы социальной организации буддийского сообщества были определены в Виная Питаке, и мужчины и женщины могли вступить в общину и, если пожелают, со временем принять монашество. В сообществе монахов и мирян были представлены четыре основных статуса – мирянин, мирянка, упасака, упасика, послушник, послушница, шраманера, шраманерика, монах, монахиня, Бхикшу, бхикшуни. Для женщины предполагался еще один промежуточный статус – та, что претендует стать монахиней, шикшамана, необходимый для последней проверки намерения оставить мир и отказаться от перспективы материнства. Носители этих статусов были взаимосвязаны по принципу символического обмена. Монахи преподносили мирянам дар проповеди Дхармы и разъяснение учения Будды, миряне же поддерживали монашествующих материально и тем самым обретали религиозные заслуги. Сегодня буддизм в той или иной степени присутствует во многих странах. В некоторых это вероучение закрепилось как
господствующая религия, например, в Монголии, Таиланде, Мьянме. В других странах, как одна из нескольких традиционных религий, например, в Южной Корее и России. А в-третьих, как локальная традиция, соседствующая с более влиятельными религиями, например, на Тайване и в Индонезии. Как же буддизм распространился на территории древнего Ирана? Существует версия, согласно которой буддизм проник на территорию древнего Ирана еще во времена самого Будды. Легенда гласит, что два брата-торговца из Бактрии, Тапасу и Пхалика, посетили Будду и стали его учениками. Потом они вернулись в Бактрию и построили буддийские храмы. Во втором веке до нашей эры экспансия китайской династии Хань на запад привела к контакту Китая с греко-бактрийским царством. Это привело к формированию буддийских общин в Восточном Иране. В ряде городов Великого Шелкового Пути имеется множество буддийских ступ и монастырей, которые использовались для обслуживания путников. Известный иранский мыслитель Аль-Бируни 10-11 века упоминал, что буддизм был распространен на западе Ирана и был вытеснен маздеизмом, а буддисты переселились из Ирана и Ирака в страны восточнее Балха. Он упоминает также обычай буддистов бросать в реки тела отошедших в мир иной. Великий русский ориенталист Василий Владимирович Бартольд писал, кроме зороастрийского Ирана, существовал еще буддийский Иран, имевший отнюдь немаловажное значение для позднейшей культурной истории иранского мира. Он также писал о том, что буддизм к югу и к северу от Окса в эпоху арабского завоевания находился в полном расцвете. Как полагает известный французский ориенталист Эжен Бюрнуф, буддизм был преимущественно распространен на территории бассейна реки Заравшан. Известные российские ученые-археологи Геннадий Андреевич Кошеленко и Борис Анатольевич Литвинский писали о раннем распространении буддизма в Маргиане. Появление буддизма в Маргиане датируется первым веком нашей эры, тем же периодом, когда и в Бактрии. В средневековых китайских источниках упоминаются имена парфянских проповедников буддизма в Китае Аньши Гао и его ученика Аньсюаня. Российский иронист-археолог Борис Яковлевич Ставицкий составил каталог буддийских памятников Восточного Ирана. Буддийская миссионерская деятельность развертывалась как в северном направлении, в сторону Бактрии, так и в северо-западном, границам Парфии. Бактрия и Парфия служили своеобразным плацдармом для проповеди буддизма. В IV веке до н.э. при китайской династии Западная Цинь среди переводчиков буддийских сочинений на китайский язык было 4 парфянина, 3 сагдийца, 2 тохара из Кучи и 1 хотанец. Они перевели на китайский язык многие основополагающие буддийские сочинения, фактически заложив основы китайского буддизма. Видный нидерландский исследователь китайского буддизма Эрих Ян Цюрхер пришел к заключению, что восточный Туркестан, который был нейтральной зоной транзита буддизма в Китай, буддизм проникал с территории восточного Ирана. Китайский буддийский монах, ученый-философ VII века Сюаньцзянь, в свою очередь утверждал, что буддизм распространился в восточном Туркестане прямо из Индии через Каракорумские перевалы. Впоследствии на Каракорумском пути были открыты множество буддийских изображений и разноязычных надписей. В исследованиях немецкого исследователя Вальтера Бруно Хеннинга и датского ученого Якоба Асмуссена были отмечены ранние знакомства и контакты парфяноязычных манихеев с буддистами и их сочинениями на пракрите и санскрите. В частности, Хеннинг отмечает, что сугдийцы или, по крайней мере, часть их были буддистами еще до того, как среди них манихейские проповедники появились. Особо следует отметить, что в Тахаристане, где был обнаружен ряд буддийских памятников, Аджинатепе, Калай-Кафирниган и другие, и по сообщениям Сюаньцзяня были в VII-VIII веках многочисленные буддийские монастыри, существовала также сильная манихейская община, и контакты между приверженцами двух религии должны были быть постоянными и тесными. Важно отметить, что вместе с буддизмом распространялись и общие принципы буддийской культовой архитектуры.
Так, например, вместе с индийскими миссионерами в Древний Иран проникла идея буддийской вихары, сангхарамы, монастыря, пещерного и наземного. В городе Термези известен пещерный буддийский монастырский комплекс Каратепе, также Фаястепе. Как уже отмечалось, в Тахаристане были обнаружены буддийские монастыри, в частности Аджина-Тепе, Калай-Кафирниган. Каждый монастырь состоял из одного или нескольких святилищ, чатья, и нескольких помещений для проживания монахов. Стандартная вихара имела квадратную форму. Индийские буддийские вихары имеют большое сходство с буддийскими пещерными монастырями Бактрии. Одним из самых известных пещерных монастырей считался буддийский монастырский комплекс в Бамианской долине. Китайский путешественник Сюаньцзянь, который посетил Бамиан около 630 года нашей эры, описал не только двух стоящих Будд, но и буддийский монастырь в отдалении, где находилась еще статуя лежащего Будды длиной примерно в 1000 футов. Также были найдены фрагменты буддийского текста, написанные на коре. В 2001 году огромные бамианские статуи Будды были разрушены талибами. Параллельно развивалась и наземная древнеиранская буддийская архитектура. Возможно, в ее создании на первых порах участвовали и индийские зодчие. Однако эволюция буддийской архитектуры древнего Ирана пошла своим специфическим путем. Были созданы новые типы и планировочные схемы, например, Ваджина-Тепе, четырехайванная композиция, несвойственная индийской буддийской архитектуре. Борис Яковлевич Ставицкий отмечает, что засвидетельствованный в индийских надписях Каратепе и Фаястепе термин вихара является единственно правильным для обозначения среднеазиатских буддийских монастырей. В Западном Иране, то есть в пределах нынешней Исламской Республики Иран, буддизм, судя по всему, не получил широкого распространения. Во всяком случае, явных следов почитания Будды здесь до сих пор не обнаружено. Однако в топониме Атурпатакана, северо-западной провинции Ирана, засвидетельствовано название местности, которое звучит как Фархар. Фархара – это адаптированная форма древнеиндийского вихара, обозначающего буддийский храм. То есть в этих местах, несомненно, некогда существовали буддийские храмы. Название известного города Бухара, ныне находящегося на территории Узбекистана, также обозначает буддийский храм и восходит к тому же древнеиндийскому слову. Наконец, наследие буддизма прослеживается и в мусульманской иранской среде. Имя Будды не было забыто и после исламской экспансии. В иранской и таджикской поэзии сохранилось слово «Будд», «Будда». С X века и до наших дней оно означает буквально «идол», а в лирической поэзии «красавица», «возлюбленная». А в талышском языке то же слово с тем же значением «идол» звучит как «быт». По мнению ряда ученых, буддизм оказал серьезное влияние на идеологию и практику раннего суфизма. Высшие исламские учебные заведения медресе возникли в X веке именно на территории восточного Ирана и были тоже связаны с буддийскими монастырями. Однако с приходом ислама буддизм стал вытесняться, так как буддисты не принадлежали к Ахлаб-Китаб, народам книги, писаний. Буддисты считались идолопоклонниками и преследовались. Конечно, есть еще много засвидетельствованных исторических фактов о распространении буддизма в Древнем Иране. Однако, к сожалению, в рамках одной передачи мы не можем коснуться их всех. Впрочем, мы еще вернемся к этой теме в будущем в рамках наших бесед о религиях шелкового пути. Спасибо за внимание. До новых встреч!
толщи, толща звон, чок на щищ, чок на тычок, чмущина, толща звон, арскалывый сапог, чмущина, толща звон, паха калма, цуга буде, пуха касир, вешин, шуне, мабим мукуцу амуне, чмущина, толща звон, Ханун турмеда, цун нас еда, тушеда, бухтун бапи цун, цун бда, чмышина, толша зву, муам зву ба толши, бумул лой лой жа толши, чмыш наш, чмыш хаши, чмышина, толша зву, нариманам шуа бни, бету байро руа бни, Ит вак току дуа бни, чмышина, толша зву. عزیزان امروز از گباجم بوشما افتالیتون ها خدا افتالیتون هراغاشا میون اسرونا داشتا هاشتاولا دولتی سوختا ایرون جا توبیون یاتی به دولتی داخل بین سوختیانا باکتریا افغانستانیان غانداهور کوباسونی هندستان و افتالیتون همان وته دا بین سیپیا هونون یان خیونی تا هونون کلی علیمون جیگو فارس کرده دن که خیونی تا هونون نام پیش دا گیش به باون ووت شونه افتالیتون. جیگو روایت کردیدن که اون توبیان نوم با اما لما چه افتالیتون پوچو افتالانی نومو. او غالیب اما با ایرونی شهنشاه پروزی گتمش کرده کسپید یو کانوادا با تیجوری شهرونیان لیمانون. چوسا 57 مینه سوری چه افتالیتون وخشونوار نومادا جو گلا پوچو تابش کرده باشتا چگانیان تخارستانیان بادخشون گتشه مرف گونا خارو جشنو بایرونی چایو افتالیتون گتشونه کابولی چولاریایان پنجاب گتشونه کاراشار کوچو کاشگاریان خوتان دمین ولی اوون ای بین گلا قدرتینا دولتی فرمادا چه اساتنا میونا ازیا رسپوبلیکون ترکمانستانی ازبکیستانی تاجیکستانی قرغزستانیان افغانستانی زمینون ادا چایون شرقی سمتدا با زمینون گاتم کرده اون گاتشونه هندیستونیان پاکیستونی کوباسونی زمینون کشمیریان پنجاب داشین با آلوغاد هنده دولت گوبتون بیزانسی ها نوشت پروکوپی کسریسکی شیگون نوشته دا به افتالیتون ها خدا اون کوچارینی بانا جو هون خالغون غزینا اما اون لب غدیمیکو جگو سباسوبان برکتینا زمینون ادا اون هونه خالغون گلاینین، سیپیا آندومین، زهیرشونان بیوجنی، چاون نیشونه همان باشتاشتانی مانده جیمونی ترز. جیدانین بنا وشیانا حیوانی غزینا، اما ایدوره کرده دا اونی ایگلا پوچو، چاون هستشونه غانونی دولت کوراتی، اشتا آرادایان ده همسیا روماوژونیان فارسونسا بیوج چاش کرده دانین، آلو ادولاتی. لیف گومیلوف جیگو حساب کرده دا به که افتالیتون دغجین اوان بشن و پامیری زمینونو ام فرضیه ایدو کرده دا که افتالیتون قدیما ایرونجا خلقین اوان پامیری یعن چای همسیاده با تاجیکستانی، پاکستانی یعن افغانستانی استنا مخلوقی اجدودونین جیگوان گلان نظر هسته که چه افتالیتون اتنوگنزده اشتیروکشون کرده هم زمینون میگرسیا کرده توخارون همان سوگ دیوژون چه افتالیتون کابولا دا حکیمیتا دا با پوچو تورامانا فتحش کرده روحندی حوزا اما رسا با ملوا تورامانی زوایان وریس میخیراکولی
Че эфталитон почо бе пенза доминасори, котоса пенза симинасори. Ай номыш бе карда бе дешта ханданоми, яне бай вотеда бин хашия ир. Ай сартахтыш карде бошта шар сакала. Ам шар беда шарги пенджабада. Буддиста гадима тарихнувыштон тасвир кардедан михиракули бана чавон дини хуни муни дышмени газина. Чефталитон навдумбула почо гатфар баджангше амрыш карде ки бкштын пенса шестминасори чай заминону даварда де дипломатик миссия ба ирон ша тырка сафирон. Чуме хусуси сайро имина хосруви касимотыш карде де тыркон. Хаман саше бошта Истеми тырка хаганати гарби пари почо кина. Ру чирчики овашта тырка ян ирон жа лашхарон гатышоне самарганд. Че эфталитон асос лашхарон гырда бабин бухарада. Авон тарсайн панияда бешун баджанг. Аве опыртияйн бабандон. Халака джанг бе пенса шестпенч мина сори каршитоно. Хашт руж да каша джанг. Истем галиб ома. Афшуми Ройса шта назорати гин карда эфталитон довлати тана зулыш карде. Гин дикушику кобасоната ба эфталита довлати мвджудати сабе. Тыркон ян ирунжон пебахш нишоне чай заминон шта арада. Эфталитон башта табе карда имина хосрови аму дарьош марздо ирони ян хаганати мионада. Хашмина асри дмина пуаку жигоша хандистони эфталитон хаман гин бин тарихи назару. Хаммайсаве эфталитон мандин кабули хандаварада. Авон жияйн айо тоса арабон мдохила. Эфталитон довлатиштан конфедератив бе. Чандагла нимавабаста мамлакатон дешта ирси сулолон дешта почо дахил бин бдовлати таркиб. Чавон хар глайни зарб кардеда бе штан нагая Маса Ахча. Бдовлатада хасбе чандагла навышта. Масалан Соғди Бактриян Брахма навыштайон. Амма довлати навышта ч Бактриян навыштай бе. Иқтисодио та мхум рол махсус бе ч эфталитон довлатада ба Афшуми ро. Малуме ки ч эфталитон длада певло ба бе ч хач парастати Несториана масхаб. Песа ч лнав минасори эфталитон сашонешта Епископ. Эфталитон длада хачпарастати тасири нишо дуа факт амеки, авон ба ирони почо зардустати тарафдор ба дмина язгарди вайна джан кардедабин хачпараста хамраяти парчами жияда. Ба ишта замини юнани будда маданияти, яне ба кушани маданияти авон гырдышмен бин. Че эфталитон эхтимолан мстагима певатмонон хисо бедан Абдали номада гла пушту тобия. Бактрия звонада бавон вотедабин эбодало. Саломат бумандан. Хдо комагон бубу.
văzut altă găsit și avatar. La încombră și la cohon, aici mi-i batar. Văzi, văzi, balașez tot. La încombră și la cohon, aici mi-i batar. Văzi, văzi, balașez tot. Băji, băji, fac și-o-n poitat. L-am băji, l-am coneci, mi va tar. Băji, băji, fac și-o-n poitat. Băji, băji, fac și-o-n poitat.